Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Gunfire Reborn и испытание. Экономическое давление. Попробуем птичкой. Оно как раз таки хорошо работает на уменьшение жизни. Так что можно биться. О, китайский. Регион, точнее, японский. Что дадут? Волчий взор. Большая жесткая пушка. Так, поглощение наносит урон. Интересно. Что, снайперка? А давай. Да блин, опять и это такое. Не, давайте. Да, это лучше для моих целей. Так. Так, ну что, понеслась. Кстати, может быть интереснее, чем вот этот. Подать нельзя, хорошо, мне нравится. Да, это будет поинтереснее. Давайте улучшим вот эту вот штуку, что ли. Оно деньги увеличивает. То есть не минус, а плюс. Прикольно. Ладно, посмотрим, как оно будет работать дальше. Сейчас. Ты что, забываешь, такая хрень? Вот, супер, это как раз таки то, что нам нужно.
там видел какой-то агрегат, мне кажется, или мне кажется. Медленно и долго. Так. Угу. Супер. Подожди, что там у нас закрепилось? А, это одноразовое действие. Ну, прикольно. Ну, что-то нажать надо. Тяжко такая. Вначале надо взять бонус, а потом уже все остальное. Да. Еще одно. А, точно, у меня же еще мануалка есть. Понеслась.
крутое. Да, для сравнения, давайте посмотрим. Общий взор 4 плюс 2. Давайте скорость, обычные снаряды. Давайте все-таки вот этот возьму. Просто. Хорошо. Интересно. Так, после попадания. Посмотрим, как у нас работает. Так. Но это не... Смотри, не перезагрузилась. Моя волна монстров, отлично. Вот здесь приятно. Чё, где это он? Сейчас возьму, очень нехорошо. Все, патроны снять. Ладно. Патроны нужны, ребята, мне патроны нужны. А, есть патроны? Приходи, приходи, там, два. О,
позвоночник. Что ж такое? Я что хочу. Это у нас такое. Ну не, фигня какая-то. Может пойти ровненько. 34 2 3. Магазин соточка. Плюс 50 вероятности удачного выстрела, минус 5 стабильности. Ну, что-то как-то не очень. Ну, пока непонятно. Снарядами, а у нас еще особый снаряд. Не очень выгодно получается. Ну, расскажи. О, хорошая. Давай, мало ли там получим что-нибудь. Так, гроза, это я помню. Это не очень интересно. Не особо не пытнул. Ладно. Вот это вот сейчас попробуем. Соточка, да? Ну не, давайте. О, а это что у нас такое? Может как раз таки вот этот вот. Не, это возьмем, а вот это крупный снаряд. О, мне как раз нужно вот это. Такая штука. Все, решено. Так, это что у нас там?
Все, лягушонок кормит, с тобой я не дружу. Посмотри, что я взял. Так, оккультные свитки. Что мы взяли? Что мы взяли? Взяли, взяли, взяли. Убийцы великанов. О, прикольно. Это хорошее. Так, хорошо, понеслась. Законника у нас вроде нашли, все. Уязвимый щит. Ой. Звучит не очень. Это такое у нас.
да, когда уничтожу, там вообще жестяк будет. Так, давайте посмотрим. Так, по культным свиткам. Что у нас тут? Это вот как раз таки мне нужно. Все, прощай. Прикольное. Но нет. Угу. Сейчас сравнить. Пум-пум-пум. Два, да, чуть меньше, да, не важно. Давайте-ка все-таки посмотрим. И давайте. О, хорошо. Знаю. Нет. Как бы тут избавиться от этих денег. А не как. Они присосались. Что-то мне 75 жизни стало внезапно. Подозрительно. Особые снаряды. Что у меня второе? Второе у меня вот это вот. А что у меня там оккультный свиток какой-то? Я не использовался. Все в порядке. Давайте посмотрим, что дает. Дают на этом. Давайте. 100 урона. Это хорошо. О.
наверное, вот так вот сделаем. Две жизни осталось. Прекрасно. Тут главное бы не отвалиться больше. Что-то как-то нет. Оружие за каждое поглощенное использование документов. Фигня какая-то, понятно. Давайте вот это вот. Все-таки вот этот сравнить. Это просто какой-то Ахтунг и Кашмангирин. Если еще закуплюсь чем-нибудь, будет похохонюшки. Так, нет, фигня. К 1% полного урона навыков за каждое. Фигня какая-то непонятная. Вот интересно. Да нет, пойдем. Чё тут? Yeah.
Эй! Ну да, что ты творишь? Ой! Еще. Самая лучшая идея оружия. Конечно, сама на улице. Да, это самая наводящаяся хрень собачья, честно говоря. Вот. Зачем я так делал? Лучше бы сделали как лазер и огонь, молния и распад. А то, ну блин, просто какой-то жестянка. Ладушки, спасибо за то, что смотрели. Может быть, я еще попытаюсь. Но потом. Не в этот раз. Все. Лайки, подписки, прочая фигня. И увидимся в этой или в другой игре. Всем пока.